Привет, мужик, на связи Шамшурин. Это видео называется «Как вызванивать девушек, как им звонить, как приглашать их на свидание». В первую очередь, прежде чем я начну, хочу передать привет тому мужику, который мне пишет в комментариях, что я езжу по шоссе энтузиастов, что мы с ним земляки. Да, мужик, мы с тобой земляки, это шоссе энтузиастов, и вот в очередной раз ставлю в пробке. Впрочем, как и всегда, оно стоит вечно. Итак, а почему, собственно, снимаю видео, последнее видео в машине? Потому что абсолютно нет времени снимать где-то на студии или дома, поэтому приходится снимать в машине. Итак, что такое вызван? Как вообще происходит все это обычно? Сейчас я расскажу тебе такую краткую схему, которую обычно я даю на тренингах, но более развернуто, более подробно. Итак, первое, что нужно сделать. То есть у тебя есть телефон девушки, ты с ней познакомился. Вообще, как бы договариваться о встрече с девушкой можно уже во время знакомства. Можно говорить, когда ты с ней болтаешь, там, познакомился, типа, ты знаешь, я хочу тебя увидеть, там, например, в четверг вечером. Как тебе? Нормально? Она говорит, да, давай увидимся. Ты говоришь, ну хорошо, тогда давай, я записываю твой телефон, записываешь номер, и, собственно говоря, о встрече ты уже договорился. Если о встрече не договорился, ты звонишь, и первое, что ты делаешь, это ты здороваешься. Ты говоришь, привет. Можешь спросить, удобно говорить или нет, но все с позиции сверху, никаких там унижений и так далее. Второе, что ты говоришь, ты напоминаешь ей, кто ты и где вы общались. Привет, это Вова, мы с тобой общались вчера в Европейском. То есть напомнить, где ты с ней знакомился, где ты с ней общался. Следующий пункт — это как бы задать ей такой некий формальный вопрос в стиле там, как дела, как настроение и так далее. Ну, чисто для связки вот вашего диалога. Если у вас при знакомстве было что-то такое прикольное, там, не знаю, она сапоги выбирала себе какие-то там, или еще что-то там, ну, над чем вы угорали, над чем вы смеялись, то ты вспоминаешь ту тему, то есть ты говоришь там, как твои сапоги, там, не знаю, как там собачка после собачьего корма, не сдохла, не отравилась и так далее, что-то оттуда спрашиваешь. А еще раз, значит, поздороваться, представиться, напомнить, где общались, задать формальный вопрос. Следующее, предложить встретиться. То есть ты девушке предлагаешь встретиться. Как ты предлагаешь встретиться? Ну, я вот советую людям пару вариантов. Первый вариант такой. Знаешь, у меня есть отличная идея, нам с тобой увидеться. Как насчет там завтра вечером в охотном ряду? Или есть еще более такой, как бы, брутальный, скажем, вариант. Это просто «я хочу тебя увидеть завтра вечером, там, там-то, там-то». То есть, помимо того, что ты говоришь, что ты хочешь ее увидеть, ты четко обозначаешь время и место. Еще раз, значит, поздоровались, представились, напомнили, где-то, где вы общались, задали формальный вопрос, предложили встретиться, обозначили точное время и место. Не надо ничего спрашивать в стиле там, ой, а свободна ли ты завтра вечером, что ты делаешь завтра вечером и так далее. То есть вам это абсолютно не интересно. Вы хотите увидеть, поэтому не надо ее об этом спрашивать. И если, допустим, вы договорились, ты говоришь, ну все, тогда мы с тобой завтра созваниваемся. Еще раз контрольный звоночек и там определяем точное время. Все, договорились, пока. Если девушка говорит, нет, я завтра не могу, всегда выясняй, почему нет. То есть спрашивай, что мешает. То есть любые возражения проще обрабатывать тогда, когда ты знаешь, в чем причина, в чем проблема. Итак, то есть, допустим, я завтра не могу, ты должен проявлять настойчивость. Ты говоришь, хорошо, что такое, что случилось? Она говорит, я завтра иду на день рождения. Отлично. Там, ну, если завтра не получится, давай тогда мы с тобой перенесем там, на послезавтра. То есть ты назначаешь другую дату. Но опять же, если тебе очень хочется увидеть ее именно завтра, и, допустим, ты там послезавтра куда-то уезжаешь, можно проявить настойчивость и гибкость следующим образом. То есть она говорит, я завтра иду на день рождения. Там, или там, я завтра иду в фитнес-клуб. Ты говоришь, хорошо, отлично, до скольки ты там будешь? Там,
ну, я не знаю, например, там, ну, до 10. Ты говоришь, отлично. А где это, в каком районе? Ну, там, допустим, там-то, там-то. Ты говоришь, хорошо, я тогда подъеду туда за тобой, там, допустим, в 9 часов. Она говорит, я не могу, там, я устану, я буду некрасивая, уставшая, там, замученная. Ты говоришь, все это фигня. Никто тебя не будет заставлять работать, разгружать мешки с вагоны с мешками, с цементом. Я подъеду буквально максимум на полчасика. Она, например, говорит, меня заберет друг. Ты говоришь, друг никуда не денется. Там, классные парни, они явление такое непостоянное. Ну, то есть ты как бы продолжаешь настаивать. И можно девушку вытянуть обязательно, все равно. Итак, по поводу того, что девушка, допустим, говорит тебе, я не знаю пока насчет завтра, давай ты мне завтра перезвонишь вечером, и мы посмотрим. То есть это, в принципе, предполагает то, что ты должен бросить все свои дела, все свои какие-то там, не знаю, планы на завтра, на всякий случай их отменить, потому что, а вдруг она согласится, а вдруг не согласится. То есть такой вариант тебя не устраивает. Ты говоришь, слушай, я человек занятой, я привык планировать свое время заранее. Поэтому давай мы договоримся сейчас, то есть более точно. Получится, получится. Нет, значит, будем делать это, будем встречаться в другой раз. Вот, то есть еще девушка может там начать спрашивать, а что мы будем делать, куда мы пойдем. То есть, например, там, ну, я еще не решил, куда, но самое главное, с кем, а не куда. То есть с хорошим парнем везде хорошо. Что мы будем делать? Узнавать твой богатый внутренний мир, пить офигительно вкусный чай, очень классно проводить время там, и так далее и тому подобное. Еще такой момент. Если, допустим, девушка не... Ну, вы его вызвонили, пригласили на свидание, все нормально. Если девушка не вызванивается, не берет трубку, я рекомендую лично звонить не больше 2 раз в день. И потом вообще не звонить. То есть ты позвонил ей, допустим, днем в 12 часов, она не взяла трубку. У нее твой номер есть, она всегда может перезвонить, по идее. Не перезвонила. Позвонил я еще вечером, там, часиков 8. Не перезвонила, все. Больше ты этой девушке не звонишь. Поверь мне, если она захочет тебя увидеть, она тебя перенаберет, даже если она очень сильно занята. Если ты ее заинтересовал, значит, она чуть ли не сама тебе позвонит. Иногда девушки звонят сами, но это редко. В основном они пишут сами, там, привет, как дела? Если как бы девушка не вызванивается, значит, однозначно, ну, либо какие-то внешние обстоятельства, либо ты ее все-таки не заинтересовал. Значит, тебе надо работать над собой, над тем, как заинтересовывать девушек. То есть не надо ее... Также, если она отвечает, допустим, не надо ее там задрачивать смс-ками и звонками. Смс вообще до первого свидания это табу, вообще не пишите. Ну, нежелательно. Вот. Многие парни, они настолько вот начинают часто звонить, писать там, ой, я соскучился, ой, как дела, ой, чем занимаешься. И девушки сами вот признаются на женских семинарах, они мне такой рассказывают, говорят, иногда вот мужчина успевает надоесть уже до того, как мы еще первый раз с ним словились, первый раз встретились. То есть, может быть, она сидит на работе, и вы ее отвлекаете, да, там, ее начальник сейчас прям, как бы, ну, будет, мягко говоря, критиковать за то, что она постоянно отвлекается в телефон. А мужик еще пишет там, вот, почему ты мне не отвечаешь? То есть, не надо задрачивать девушек звонками. Показывайте им, что у вас тоже есть своя личная жизнь, свое личное время, что вы заняты, что кроме нее в вашей жизни есть еще что-то. У меня был такой прикольный случай. Ну, иногда вот эти звонки доходят до абсурда, до бреда просто. У меня был такой прикольный случай, это было еще в Самаре. В общем, я там, как бы, ну, трахнул девушку одну. Она была такая офигительно красивая блондинка с большими сиськами, но очень тупая. Она невероятно была тупая. Кто смотрел сериал вот этот вот «Крис»? Крис и Энджи, да, то есть, ew. Вот, скорее всего, этот сериал про этих двух тёлок прообразом послужила все-таки эта девушка, вот, и она была настолько тупа, как бы, но, допустим, я как-то залез на нее один раз и что-то не помню, там, дня через 4 я опять звоню, говорю, привет, ты где, там, я хочу тебя увидеть,
Я на набережной там сижу с подругой и с каким-то чуваком. Я говорю, я сейчас подъеду. Она говорит, ну хорошо. Я подъезжаю, прихожу, смотрю, в кафешке сидит она, ее подруга, у обеих розочки в руках. И какой-то чувак, который, ну, как бы, как я на тот момент понял, подсел к ним вот только-только, чтобы познакомиться, там, подарил им цветы, все как надо, как нас научило общество. Вот, и я подхожу, беру ее за руку, говорю, пойдем. Она встает, короче, мы отходим, выходим из кафе, она говорит, подожди, ну, как-то неудобно, вот там, то есть, да, я хотя бы попрощаюсь, там, чувак розы подарил, там, и так далее, то есть, ну, с подругой прощаюсь. Я говорю, нет, все фигня, как бы беру за руку прям еще сильнее, говорю, идем. И веду ее. Выходит за ней этот чувак, смотрит на нее, знаешь, таким взглядом, как будто бы, а как же я? Потом кричит ей там, Света, то есть, ты куда? И она поворачивается, что-то пытается ему объяснить. Я говорю, ничего не объясняй, все, уходим. В общем, он долго смотрел еще нам вслед. Буквально через 5 минут начались звонки с его стороны. Это меня позабавило, конечно. В общем, меня на набережной в то время в Самаре могли узнать, там, не знаю, человек по 20 за вечер, потому что мы там постоянно ошивались, как бы, и постоянно были какие-то парни знакомые и так далее. Мне было бы стрёмно, если бы меня увидели с такой вот девушкой. Она классная, красивая, да, но она очень тупая. Просто вот первое слово, как она только открывает рот, сразу все понятно, что она просто нереально тупая. И все бы подумали, что я дарю ей цветы, как бы, поскольку она с цветком. Я повел ее к машине не обычной дорогой, а какими-то кустами огородными, чтобы, не дай бог, кто-то не увидел, что я ей подарил цветок. Я помню, мне было так стрёмно. Ну, как бы я просил его выкинуть, она говорит, нет, мне подарили, я выкидывать не буду. В общем, не суть. Я сажаю в машину, едем на подземную парковку Мега-Сити, вот ту вот, под торговым центром. Ну, кто из Самары, тот знает. И там светло довольно-таки, я выхожу, там сажаю на капот, отодвигаю трусы, то есть и мы начинаем трахаться, то есть я начинаю трахать. Хотя она там говорит, нет, нет, там камеры, давай не будем, я говорю, все фигня. Ну, наверное, охранники в ту ночь повеселились в тот вечер, если нас видели. Вот, но суть не в этом, суть в том, что чувак названивал ей просто, вот за тот час, который мы с ней общались, наверное, вместе с дорогой, там потом я домой довез, вместе с сексом, он ей, наверное, позвонил, ну, раз 80, ну, не меньше, просто каждую секунду звонок от него, я думаю, вот чем чувак думает, каким надо быть дебилом, простите меня, конечно, за это слово, то есть ты же видишь, что девушка, она как бы... То есть девушка ушла с каким-то парнем, с другим, но, ну, значит, она по-любому с ним. То есть зачем? Он что думает, что, типа, если она сейчас не берет трубку, то через 5 секунд она услышит, а сейчас она не слышит, да, или что? Или она одумается и возьмет трубку. То есть вот такие дебилы мне попадались в жизни. То есть, ребят, я не хочу, чтобы вы были такими же. И не надо девке надоедать своими звонками. Схему вызвано, я тебе рассказал. Как звонить, теперь ты знаешь. То, что звонить, еще раз подчеркиваю, не больше 2 раз в день. Надоедать не надо, названивать не надо. Показывай, что ты тоже занят, что у тебя есть какое-то достоинство, что ты, ну, не бегаешь за ней. Вот, собственно, все, что я тебе сейчас хотел сказать. По ходу дела ехать мне еще долго. Вот. Так что, ну, как бы, для того, чтобы было кому звонить, тебе нужно с девушками знакомиться, брать у них телефоны. Если с этим у тебя уже как бы вопрос решен, ты немножко уже как бы, ну, натаскал сам себя, у тебя это получается заинтересовать. Вот так вот проводится вызов. Все, удачи, увидимся, пока.